spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена сумка под названием Berkley Soft Bait Blinder, а точнее ее младшая модель с номером 1170. Из названия становится понятно, что данный аксессуар в первую очередь предназначен для хранения мягких приманок. Но также его можно использовать и для других целей. Вес составляет менее полукилограмма. Давайте поближе его рассмотрим. Soft Bait Blinder изготовлен из прочного и надежного нейлона. Кроме износостойкости, такой материал легко очистить от небольших загрязнений. Данная модель имеет следующие размеры. Длина 28 см, высота 19 и толщина 7 см. Благодаря таким габаритам сумка отлично подходит как для ходовых рыбалок, так и для лодочных, где не займет много полезного места. Для переноски на короткие расстояния предусмотрена ручка и стропы с эластичной пластиковой вставкой. Она обеспечит уверенный хват и защитит ладонь от натирания. Также в комплектацию входит съемный наплечный ремень. Он способен регулироваться по длине, а его ширина равна 25 мм. Крепление к сумке происходит за счет верхних пластиковых D-образных креплений, а уже к ним цепляются карабины вертлюги. Легко снять, легко вернуть обратно. Спереди расположен карман на простой молнии. Обратите внимание, что все собачки внешних замков имеют увеличенные ухватки с логотипом компании Berkley. В таком отделении можно разместить негабаритные аксессуары и рыбацкие инструменты, бобины с леской или небольшие коробочки с приманкой. Кстати, внутри уже предусмотрен дополнительный отсек под пассатижи или компактный мультитул. Основное отделение закрывается на двухзамковую молнию и открывается достаточно широко. Боковые стенки снабжены жесткими вставками с целью защитить находящиеся внутри вещи от случайных ударов. На одной стенке находится вместительный сетчатый карман. Он подойдет для поводков, готовых оснасток, документов или небольших упаковок с резиной. Рядом расположены две широкие резинки для фиксации фирменных баночек со съедобными приманками Berkley. Но также здесь можно разместить запасные шпули для спиннинговых катушек. С другой стороны мы видим 4 небольших прозрачных отделения под простыми замками. В них можно хранить крючки, различную фурнитуру и прочую рыбацкую мелочевку. Посередине находится 7 съемных файлов для хранения пачек с силиконовыми приманками. Они крепятся с помощью двойного замка и при желании могут извлекаться из сумки или вставляться на место. Кстати, можно вложить дополнительные вкладыши и таким образом увеличить полезное место внутри сумки. Сам файл в длину 19 см и полезной шириной 13 см. Благодаря прозрачности материала содержимое хорошо просматривается, и вы легко найдете нужную пачку с резиной. А за счет специального замка складывать в zip-пакет и доставать стало гораздо проще и удобнее. С обратной стороны находятся два сквозных отверстия для фиксации сумки. Они закрыты металлическими люверсами, которые оберегают полиэтиленовые стенки от разрыва. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.